После завершения скоростного этапа в Ядринском районе гонщики проехали в столицу Чувашии. Десятки экипажей, лучшие пилоты и самые опытные штурманы ралли-марафона «Шелковый путь» проехали по центральным улицам города и встретились с чебоксарцами на Красной площади. Итак, чебоксары, приветствуем! Мощь, сила и красота гоночных машин. По улицам города проехали более 40 внедорожников и 20 гоночных грузовиков. Капризы погоды не испугали любителей драйва и экстрима. Посмотреть на зрелищные мероприятия пришли несколько тысяч человек. Они тепло приветствовали все экипажи, но наибольшие аплодисменты достались двукратному победителю «Шелкового пути» Айрату Мартееву из «КамАЗ-Мастер». Великий гонщик Айрат Мартеев! Спортивные автомобили притягивают взгляд и вызывают восхищение. Их конструкция полностью характеризует мощь и технические возможности машин. Они вызывали неподдельный восторг как у детей, так и взрослых. Впечатления самые хорошие. Во-первых, в любом случае болею за команду «КамАЗ-Мастер», за Айрата Мардеева. Надеюсь, он приедет первым в любом случае. Русские победят. Мне понравились все машины. Они были очень классные. Впечатления хорошие. Я с внуками пришел, да? Но они здесь прошумели бы, как положено, как на гонках. То есть шум, гам, чтобы был. Да ничего интересного, чтобы прошумело, пролетело. Это удовольствие. Любой мужчина любит скорость. Любой. Вот они, наверное, и то любят скорость. Вот внуки приехали у меня в гости с Москвы, да? Они с удовольствием смотрят. Общее количество участников ралли-марафона «Шелковый путь» – около 90 экипажей. Для них это только начало пути. Ведь впереди почти 10 тысяч километров бездорожья, степей и пустынь. Организаторы постарались сделать заезд максимально зрелищным. Первые 60 километров грунтовых трасс стали для участников хорошей разминкой. Как вам все, что вы уже прошли? Как вам испытания? Как вам трасса? Буквально пару слов нашим жителям нашего города. Все на высшем уровне. Все очень нравится. Спасибо. Хорошие трассы, хороший город. Прекрасная погода. Ну, у вас вообще очень прям такие трассы скоростные, грязные, заносливые. Очень понравилось. Мы прям старались, ехали и очень понравилось. Эта автомобильная гонка по праву считается большим событием в международной спортивной жизни и вызывает общественный интерес и внимание. Финишируют экипажи 22 июля в китайском городе Сиань. Именно этот город в древности был конечным пунктом торговых караванов, которые шли по великому шелковому пути. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.